Здорово. Привет. Ты из Украины хотя бы? Ну, а ты хотя бы россиянин? Молдаванин. Ты россиянин. А я не из Украины. Я из Украины. Я сделал Молдова. А ты россиянин? Я сделал Молдова. Чин фуцкап. Понимал уже. Ты россиянин. Ну, пусть будет россиянин. Сколько бы ты ни... Пусть будет россиянин. От тебя воняет фашизмом. Фашизмом? Почему? Что я фашистского конечно, сделал? Потому что россиянин. Россиянин, ты пропитан этой нацистской идеологией. Да? От тебя это воняет. А чем? А как воняет. Я пропитан? Ну, расскажи мне. Ну, слушаешь эту вот пропаганду, массовую какую? Информацию, ты веришь, что путинский рейх, он величайший, великий, он лучше всех. Подожди, подожди, и какую Путин пропаганду самый я классный слушаю? Фюрер. Какую пропаганду я слухаю? Ну, путинскую что-то. Россиянин, ты на русском языке потребляешь Я, эту черные вот эти так вот ты тоже на русском языке чернородных вот. разговариваешь. Ну, так я на своем языке разговариваю, но тем А не ты менее, я же русский? не россиянин. А ты россиянин. Ты русский? Ну, это мой язык. А. Но я не Так ты сказал, россиянин. ты канадец. Я канадец, да. Так ты русский или канадец? Ну, я русский канадец. А, русский канадец. Вот. А чего ты взял, что я смотрю пропаганду какую-то? Ну вот, так вот у меня инстинкт, знаешь, я начал даже много с фашистами Ну, общаюсь. хуевые у И от тебя вас инстинкты, воняет. честно Не от вас скажу. воняет. Да хуевые у Просто тебя как инстинкты. ты, ну смотри, во-первых, ты не осуждаешь Путина, у меня инстинкты прекрасны. Значит, ты согласен с его Почему я его нацистской должен идеологией. осуждать? Значит, ты россиянин, Почему понимаешь, я нацисты должен водятся в делать, Российской как Федерации. хотите вы? Почему я не могу делать, Я как ничего не хочу хочу, я? тебе просто Мы, говорю, я в свободной стране живу, ты я хочу так. россиянин. Я Ты в свободной еще раз стране, ты в тебе бы России говорю. живешь. Слушай, Ментально ты живешь в России. Если ну, даже ты находишься физически в Молдове, за менталитет у тебя что? россиянина, у тебя За тюрьма что? это внутреннее, ты заболел этим нацизмом и никогда не Угу, излечишься из этого, на самом деле. угу. Я думаю, что в Молдове За как раз что таким мне фашистам не особенно осуждать? место. За что мне осуждать Путина? Ну, вот, Господи, что я буду объяснять. За нацизм, за За какие? За то, Кого он? что... Ну, за каждого человека, который погиб на его бессмысленный, за его поганый рейх, из-за его поганого рейха. Так. Вот за это. Слушай, он никого не заставляет За что идти ты... на... Ну, понятно, А конечно. на Украине Гитлер тоже никого не заставляют. заставлял. На Украине заставляют. Гитлер тоже На никого не Украине заставлял идти на заставляют войну. идти на войну. Ну, хорошо. Гитлер, опять-таки, Да при чем здесь никого не Гитлер? заставлял идти на войну. Да при Ну, чем здесь Путин не Гитлер? заставлял. Так же, как Гитлер. Тоже нацисты. Да при чем здесь Гитлер? Грязь. Так Гитлер, Ну, грязь, наоборот, это одна и та же мобилизировал грязь. Людей, так же заставлял идти на войну, как... О. Да, Гитлер так делал. Гитлер абсолютно как Путин, Гитлер был так делал, как Зеленский. Одно и то же. И вот такие Гитлер же люди, как делал ты, так, они как говорили, Ты откуда Гитлера. Знаешь, как Гитлер делал, если тебя не было в то время? Потому что, в отличие от Ну, тебя, нацист, как я разобрался, что ты и к чему. пропитан пропагандой. Как ты разобрался? Я разобрался, я Ты был пытался хотя понять, бы раз на откуда Путин фронте? берет. Ты был хотя бы раз на фронте, чтобы Я ты тебе разобрался? объясняю. Нет, Я ты был хотя пытался бы раз понять. на Донбассе, ты был хотя бы раз на фронте, чтобы ты разобрался в этом. Как ты можешь, тупоголовое существо, разбираться в чем-то, говоря, что ты канадец, вот, и ты сидишь дома на диване, но ты говоришь, я разобрался. Я тебе еще раз, да я доскажу. Ты знаешь как? Я тебе еще раз говорю. Сливная труба. Сливная знаешь, труба как это как труба? Ты, наверное, Канализация, работаешь. да. Ну, как ты? Канализация, знаешь, как работает? Это ты сейчас Канализация, знаешь, как сольешься. Ты работает? сейчас сольешься. В туалете. Канализация, знаешь, как работает? Вот ты сейчас так же сделаешь, сольешься. Да или нет? Вот. Да или нет? Говна Вот накидаешь и вопрос убежишь. На да или нет? Я Вопрос тебе на еще да или раз нет? говорю, Можешь это как ответить? ты. Я же тебе Смотри, какой ответил. ты трусливый россиянин. Я же тебе ответил, это Это как ты. Простой вопрос. Так я тебе ответил, оба да ты или кусок. Нет? Как я здесь, это не ответ. Либо это да, ответ. я знаю, как работает сливная труба, Зачем либо я нет, я должен не знаю. делать, как ты хочешь? Я в Ну ты свободной стране боишься, живу. потому что Чему ты я боюсь? потому что ты всего боишься. Ты Чего я трусливый и боюсь? жалкий, как твой Конечно. фюрер Путин, такой же. Ты россиянин. Он Угу. твой хозяин, ты россиянин. Вы с ним одинаковы. Вы одинаковая, глупая, невежественная, необразованная, Да, да, да. недальнозоркая, кровожадная, тупая, трусливая мразь.
Ты и твой царь Путин. И Ну, ты да, мы никакой не такие. молдаванин. Ты чистый россиянин. А тебя воняет Рак. нацизмом Да пусть за воняет, три чем. мили. На Это три от мили. вас говном Три губы воняет огня тебя свинина. воняет, россиянин. Это от вас Ну, воняет смотри. говном свининым. Что делает нацист? Нацист дохнет. Ты Ага. сдохнешь, нацист. Сюда. Показать тебе, куда ты слился?